Так. Тернопіль, Володимир, доброго дня. Андрей Масов, я ждал, привет. Федор, мастер 90. 90-х? Мастер почем? Привет, шалом всем. Володимир Варварин, я сьогодні перший. Да, ты сьогодні перший. Many me. Салют. Шалом. Это на работе. Вроде как немножко получше я вижу. Ну, фигово все равно. Скорость интернета та же. 90, модем поменял. Ну, так. Да, Володимир. Сегодня ты первый. Пробежался в зону заражения коронавирусом, так быстренько футболочку так накинул. Забежал, модем взял, выбежал. Вроде пока все нормально. Ну, будем надеяться. Ну, не будет нормально, я тут поменяю нафиг интернет и камеру нормальную повешу. У нас дождь, тому сиджу в Ютубе. Не, у нас сегодня жара, я пробежался, но там уже градусов... Но в тени точно 25, а на солнышке так уже 30 с плюсом, я думаю. Сейчас я гляну, что мне показывают. Не, в тени 18 показывают, но на солнышке пробежался, взмок. То есть такое солнышко серьезное. Мне там ссылку кинула, она что-то не работает. Наш дождь. Дело в камере. Нет, как практика показала, вот у меня камера дома такая же стояла, да? Купил хорошую камеру, подключил, а она вообще не тянется. То есть интернет тю-тю. Вот, пришлось менять интернет. Поэтому я думаю, что на скоростном интернете даже плохенькая камера, она будет немножко лучше работать. Понятно, что камеры уже, этим камерам, что дома, что здесь, они уже древние. Им, не знаю, сколько им, 4 года, 5 лет. Ну, я постепенно все поменяю. Так, а вы хорошо разбираетесь в eBay? Слушай, ну, как бы год торгую, там уже чуть-чуть больше, но вроде так разбираюсь, я знаю. Вчера вот ученик у меня был, помогал ему, там не мог разобраться с доставками, все такое. Да и так люди спрашивают, что, как. Все, наверное, не знаю, но что-то понимаю. Ого, хорошая камера для стрима стоит около 150-200 долларов. Ну, вот эта, которую я дома кручу, она же получается 230 долларов я ее взял. Я же тогда писал в группе, по-моему, я писал. 230 взял. А у вас она 260. Ну, я не знаю, там в Украине я посмотрел. 260 долларов. То есть дороже, чем у нас. Ну, 230 баксов, да. Так, говорим. Зранку розкинув 50 тисяч гривень по полі. Пішов дощ. Значить, буде врожай. Чого розкинув? Зранку розкинув 50 тисяч гривень по полі. Ой, Володимир, трошки мені важко розуміти. О, Зигмунд Фрейд. Шалом. Нежирно со зрителем антикваритутка. Бань давай, то статус потеряешь.
Да. А что там банить? Зашел, значит, тебе что-то же нравится. Главное, не матюкайся. Писать можешь все, что угодно. Мне ж как с гуся вода. У тебя есть свое мнение, как бы без проблем. У тебя свое мнение, у меня свое мнение. Хочешь его высказывать, высказывай. Не мне все равно. Лишь бы смотреть, это все такие мелочи. Главное, чтобы дома все было нормально. В жизни все нормально. Здоровье в семье, чтобы было все хорошо. Чтобы не было горя в семье, это очень плохо. Вот. А вот это все... Антикварщики, не антикварщики. Оставь. Это все такое. Посеял что-то семена. А, Володимир, ты уже посеял? Подожди, а не рано? 11.03. Уже посевная? Ты имеешь в виду, что ты посеял? Семечка, кукуруза, что-то такое? Разве уже посевная? Подожди. 3 марта. Давно с родственниками не говорил в селе. Они мне обычно говорят, что уже у них же там... Ой, у них там караул. У них там, только, по-моему, 6 гектар только своих. Плюс они что-то еще в аренду сдают. Плюс еще по соседним селам там еще что-то. Ну, такие буржуины. Ну, молодцы, они работяги, конечно. Ой, я бы сдох так работать. Крутятся, вертятся, умнички. Не бухают, не гуляют. Вся семья такая, ой, не могу нарадоваться, что у меня вот такая вот семья есть. Ой, минеральный добрыво раскидал. А, окей, я понял. Ты перепахиваешь, потом раскидываешь, опять перепахиваешь, или как ты делаешь? Горохтики будем съесть. Ага. Я понял. Да, мои тоже там, они меня возили, по-моему, в прошлом году на дальнее поле. Несколько лет назад, мы очень много лет мы потерялись, очень много лет не общались. Ну, так получилось, короче, больше 20 лет не были вообще. И я поехал на опум, я уже не помню как, что, где, я их нашел, они были в шоке. Вот. А жена моя была вообще первый раз там. Вот. И бабушка же говорит, ну, пойдемте же покажу там наши поля, там все это. Прямо со двора так выходим через огороды, все. Открываем там калитку через гусей, выходим и поля. Вот. Ну, и мы идем, и бабушка, тут вот это, короче, прошли так 100 метров. Я говорю, бабушка, а долго еще идти? Она говорит, а ты вон дивись, а вот туда, вот видишь, где солнце заходит. Вот нам туда. Я говорю, вышел, бабушка, с дуба руху летит, 100 метров еле прошел. Я говорю, разворачивайся, идем назад. Ой, жесть, это корова. Мы в тот год были, конечно, в шоке. И я, и жена. У них такой огромный-огромный загон. И там вот это пернатые, все виды, которые только можно себе представить. Такая толпа. Жена смотрела на все это дело, как бабушка кормит. Она говорит, бабушка, а сколько же у вас вот этих вот всех? Она говорит, Таня, так кто же их считает? Моя в шоке, говорит, как это? 4 часа вот я засекал, что дедушка был жив. 4 часа они вдвоем, дедушка с бабушкой, с утра 4 часа на всех покормить. Я вставал раньше их, они встают где-то в 5, я подрывался уже в 4, выходил на рассвет, чашечкой кофе в селе, этот воздух, ой, это прелесть просто. Вот. И они вставали и давали вот это же буряки рубать, там траву резать, все вот это вот варить в летней кухне. Ну, 4 часа. Жесть. Так, минеральный рог. С новым стаканчиком вчера выставлял в группе. Такой бред получился с этим стаканом. Он узкий подверх.
пить неудобно. Не могу стакан подобрать под эту войду. Все, что у меня дома советские, там все повтыкивал, все подходит. А на вот этот не могу подобрать. Лев, шалом, дорогой, шалом. Селе рано встают. Работы всегда много. Да, работы много, они очень много работают. Вот, ну, как бы зимой они там, есть у них передышка, да, там где-то месяца два, под три месяца, так они немножко отдыхают. Ну и тоже там же склады с зерном, там потом вот эти все продажи того, что там собрали урожай. То есть тоже как бы нормально. Вот. Ну хорошо, я считаю замечательно, если людям в кайф на земле, потому что, ну, мне нет. Но я вижу, что вот им классно, и все круто у них, очень все круто. Отличные дома, детей правильно учат, то есть, ну, в заведениях они там учатся, все. Все один за другого, то есть, ну, не нарадуюсь. Дремас, скажите, сколько подстаканники, минимальная цена алюминий по 40 гр, предполагаю, по 40 гривен? Слушай, ну нету такого минимального. И максимальное нету. Андрей четко это все объяснял не один раз. Все зависит, как ты купишь и как ты продашь. То есть это от умения. Вот. Плюс, ну, есть же, опять же, такие, есть алюминиевые, которых, ну, просто немерено, да, а есть, попадаются, допустим, ну, более-менее такие редкие. Вот. То есть, самый-самый лучший вариант, я думаю, даже сегодня по барахолке не надо лазить, чтобы так более-менее оценить. OLX, да, посмотреть цены продаж. Я думаю, что там можно сориентироваться. И посмотреть, почем продаются на eBay. Вот. Ну, я опять же таки, я на eBay не играюсь там продавать по одному подстаканнику, по два, хоть алюминиевые, хоть мельхиоровые. Я пачками шурую. То есть по 8, по 10. Вот. Ну, вот как закупщики мои в Украине, ну, купят мне кучу, отсылают, я получаю ящик, да, вот, и я их так разбиваю по группам, делаю одного вида, допустим, вот выставляла Суздаль, по-моему, 6 штук я выставил, и выставил 10 штук по 2 разных, выставлял по 3 разных, 9 штук, то есть разные варианты. Статистику не подбить, какие лучше, какие хуже. Сегодня одно выстреливает, завтра другое. Но надо понимать, что этого товара немерено, и они не будут выстреливать быстро. То есть они стоят. Оно стоит, когда они, когда оно там выстоит. Катушки, допустим, невские я выставляю, да, ну, все катушки советские я выставляю. Так, ну, скажем, дельфины, они по одному идут, там десна тоже по одной, то есть такие безнерционки типа, да. А невки я ставлю как сетами, так и по одной. То есть и так выстреливает, и так выстреливает. А подстаканник, ну, просто нету смысла там ставить его за $5, $10 пересылка, ну, такое. Так, Андрей Иванович, предлагают по 40 гривен. Ну, опять же, смотря какие. Ну, 40 гривен – это сколько денег делает в долларе? 40 гривен. Ну, по идее, недорого. Я беру дешевле. Я беру в районе 20-25. Ну, я в опте беру.
Я могу сразу взять там сотню, к примеру. Ну, 40 это нормально, я думаю. Я так по памяти не помню, последний раз на барахолке в Днепре. Не, я не вспомню, врать не буду, не вспомню. Я спрашиваю всегда, когда на барахолке, я спрашиваю все, что там вижу. Вот, пытаюсь как бы в голове держать. Вот нефть я четко запомнил. То есть, ну, там, заходишь на барахолку, там, начинают 200, я говорю, да вы что, с дуба рухнули, каких 200, за что? Самое дешевое на барахолке. Я говорю, ну, окей, может быть, может, я уже потерялся в ценах, сейчас посмотрим. Там буквально там 3 человека прохожу, лежат нефти. Почем? Говорит, по 100. Я говорю, а если все заберу? Он говорит, там что-то, типа 60, типа 70, короче. Вот, я их все загреб. У одного была, я, правда, не взял. Вот если бы она была 70-х, она была 84-го в коробке. Новая, вообще новье. Он хотел 250. За 70-е годы я бы дал 250. То есть я бы себе в коллекцию взял. И у меня дома коллекция советских катушек, подстаканников. То есть мое личное, то, что я не продаю. Вот. Ну, а так дорого, конечно. А сейчас, получается, я здесь выхватываю на барахолке нефки, ну, вообще, то есть, ну, 10 шекелей, да, то есть, там, $3. Так, сейчас, секундочку, я тебе 3 штуки привез, из их не подойдет. Стаканы ты имеешь в виду? Слушай, я, кстати, в этот подстаканник твои стаканы не проверил и не проверил стаканы, которые первые купил с подвала. Нет, проверил, не подходит, алло. Я же их сразу, я их только купил, тут же в магазине проверил. Они в тот подстаканник подходят четко, а в этот нет, не подходит. Короче, с этим подстаканником тоже лажу. Ну, буду сейчас с ним тоже по барахолкам ходить, подбирать. Пока влепил этот. Так, Владимир Варварин. По ранте кидаем интро Амофоз. Закрываю вологу. Потом перед посевом кидаем азотные добавы, а потом только сеем. Ага. Да, там процедура, я помню. Я на земле не очень, но у меня всегда было. У меня дедушка был очень крутой. Бабушка по огороду была такая продвинутая у меня. Как каждый сантиметр у нее что-то растет. Как вообще, то есть, ну, нету такого, что там какой-то клаптик земли пустой. Нифига. Все везде, что-то, какой-то укропчик, лучочек, что-то супер. Вот. А дедушка садовник был, то есть садок, большой хороший сад был. Дедушка там прививал деревья, там то делал, все делал, то есть такое. Молодец. Я как-то в землю не пошел. Эти родственники в селе, это был прикол. Это, там две моих троюродные сестры. Вот. И старшая, когда замуж выходила, вот я приезжаю сейчас к ним, они там вместе, и все. Парень очень классный, афганец. Вот, и мы приехали к ним на свадьбу. Мне там было лет 13, наверное, 14. И уже уезжали со свадьбы. Младшая, получается, ее сестра, она на год старше меня. Она нас провожала. И папа мой под этим делом, под шофе. Начал маме втирать, что он говорит, о, говорит, давай Рому сейчас на это все, на рай женим, ну, сдыхаемся от него уже, наконец-то. Вот. Я говорю, мама, папа, что я вам плохого сделал? Меня на землю, вы что, с ума сошли? Я ж тут умру. Так. В Израиле покупал алюминиевый мельхиоровый 5-10 шекелей, а серебро по 150.
предложений моря было, когда мне надо было. Предлагали, как у тебя, из ниточек. Это скань называется, Лев. 20 штук по 8 шекелей. Разные. Я один взял в подарок. Но по 8 шекелей я бы скань взял. По 8 шекелей скань я бы взял из ниточек. Я же сад тоже задумляюсь, тики ореховый. Ну, ореховый, как бы, да, но у нас орех всего один был. Но такой огромный, просто караул. Три семьи, короче, вот со всего сада у нас три семьи питалось и консервировалось. По полной программе причем. То есть урожаи были сумасшедшие. Даже у соседей там все время жаловались. Вот то там лето рано началось, то там зима поздно кончилась. То есть постоянно это вот нытье было соседей. А у нас, ну, дедушка утром встал и в сад. Вот. Там до обеда пообедали, потом садился на лавочку, с рогаткой сидел, горобцов гонял, чтобы черешню не клевали. Две черешни всего стояло, две, прямо вот возле летней кухни, тоже очень-очень большие, розовая с желтеньким такие, и одна желтая в конце огорода стояла, вот, не большенька такая, вот. Но она такая не очень, а вот эти вот две потрясающие были. Добрый день, работаю. Как Ронни, лишь бы дома не сидеть. Да, Еленька. Сейчас моя увидит стрим, зайдет, начнет меня опять строить. Ой, сделала моя жена эти три ролика, отсняла. Я вчера 3 часа их перекручивал, перестраивал. Они боком, раком. Короче, 3 часа с ними игрался, сделал, но у меня уже нервов не хватает, чтобы их залить. Обещал, что я во вторник сделаю. Ну, проигрался, это ж делаешь, короче, да, потом конвертируешь, сидишь, ждешь, пока оно там это самое, прошло там полчаса, отконвертируешь, смотришь, блин, это ж 3 ролика вместе, 2 нормальных, 1 перевернутый, опять играешься, я же еще в этих программах не очень, сейчас только начал понимать. Вот. Короче, я закончил где-то в 10 вечера. Да, 3 часа я проигрался. У меня ученик пришел на 6. Я начал играться уже в 7, и с ним, и с роликами. Он ушел, я только в 10 закончил. Притащил и сюда на работу, и дома у меня есть. Не знаю, где я его залью. Санек. Шалом, Рэбби. Шалом, Саня. Так. Дайте мне лопату с моторчиком. Ты видел, да, лопату? Да, Лев. Это как раз вот моя ситуация. Вообще, земля нет. Я люблю, да, там на огород вышел, там огурчик дернул и схавал. Ну, и если это не мое, ну, и есть такое. Я лучше пойду где-то что-то там. Я пусть даже не куплю, продам, да, пойду кому-то что-то починю. Мотоцикл, машину, там, отрихтую, поварю. То есть, это такое. Но земля не моя, ну, никак. Я не могу этот прикол понять. Кушать с земли, да, вкусно. Но работать на ней не могу. Так. Згадав про черешню, треба до брата в Херсон позвонити, я трошки відійду, відходь. Так. Ну, вроді нормально, модем новий тянеться. Смотрим, может быть, недорогую камеру сюда купить. $100.
там, где 100, там уже 200. Какой смысл? Лучше пойду пиво попью. Лев, ты же с ума сошел? 11:49. Какое пиво? Шуткуешь? Пиво. Ты на диете. Алло. Я вас приветствую. Добрый денечек. Слышь, а когда? Сейчас я тебе кое-что возьму. А когда на море ловится тюфяк? Бури? Ну, бури, да. Всегда. Всегда. Ага. Это ж сорная рыба. Она ничего, кстати. Не, я знаю, что она ничего. Да. Ага. Ничего, это дохлая лошадь. Поэтому я кефаль тоже не ем. Ну, зря. А на Черном море, вот она ничего, кстати, стоится. Оно грязнее, чем Средиземное. Подожди, на Черном... Голланды полная кефаля. Да. В Одессу кости. Да, да, подожди, не-не-не, там по-другому мы ее называли. Ну, вообще-то она была кефаль там. Тьфу-ты, блин, забыл, как она называлась. Вот. Да. Тут она так же само выглядит, как наша буря. Угу. Только название пеленгас. Так это пеленгас! Да. Что за пеленгас, думаю, рыба? Пеленгас, буря, это все одна и та же семья. Род этот большой, широкий. Да, большой, она. Пеленгас. И ее также на море, вот, на ружины можно на этих... Я не знаю, я у браконьеров брал. Ага. Поэтому я не знаю, как его там ловили. У тебя леска 0,35 есть, а? 300 метров? Ну, сколько вот что-то? Сколько это стоит? Так, если 300 метров, это 45-46, да? А есть вот последняя 100 метров? Нет, не надо мне 100. Нет, я... Ага, слышь, и она так попрочная, Настя, ничего, да? Тебе куда это? На катушку? Да, на катушку. На грузило бросать? Да. Возьми 40. Вот я пользуюсь 40-кой. Ну, меньше заброс. На сколько? 0,35 и 0,4. Ну, 7 метров меньше заброс. Оно тебе выигрывает. Я понимаю, когда ты берешь найлон и силикон, там до 25 метров заброс. А здесь... Да, рекомендую, да? Я рекомендую 4-ку. У меня 4-ка. Я вот такую 4-ку беру. Где она? Вот я раз в 3 года беру вот такую 0,4, 6 километров, 189 шекелей. Угу. И все друзья у меня наматываются. 6 километров бобина. Понятно. Ну это что-то, да. Но у меня она будет 10 лет валяться. Ну у меня вот уже 4-й год, я ее никак не домотал. Это 45-й год, 4-й. Ты думаешь так, да? Я считаю так, да. Но, правда, у меня катушки-то небольшие сам даже. А груз ты какой бросаешь вес? Знаешь, 65-70. Не больше. Ну, вместе с... Нет, ты мне не рассказывай, это вот это. А, весь вес какой? Все вместе, от 90 так вот... 0,4. Ты 0,35 будешь отстреливать. То есть чуть-чуть дальше под 100, под 110, ага. С силой у тебя будет отстрел. Угу. 4-ку ставь и все. Здесь сколько ты? 300 метров, да? Здесь? Да. 300. Так. Что я еще так... 10 метров вот этой мишки на полоте. Какой? Черный? А у тебя что? А, у тебя 6 красный, да? Давай, я в ней по 2 шекера. Да. Она очень меньше путается поначалу. А потом так же путается.
замокает, там, не мягчеет. Так тебе еще эти иголки не прихладят, да? А. Ну ладно, я уже обхожусь спокойно. Не угадал, 8 метров. Последнюю забираю. Ну давай 8, ладно. Да. Я думаю, от этого ничего не... Закончилось. А что это за... А какие, значит, делаются модели, а? Это старая модель. Ну, оттуда она хрен распутается, вытащится. Не распутается. Нет, оттуда нет. Так, 8 метров по 2 шекеля. 8 на 2? 30? Ну, надо же мне как-то обсчитывать. А как? Не без того. Слушай, а какой ты мне кто-то рассказывал тут где-то около какого-то крупного магазина, лавка рыболовная какая-то открылась. Не знаю. Я тоже что-то болтаю. Без понятия. Может быть, кто-то решил повыделываться. Дай попробую вот это так. Значит, если я цепляю на это, то это тоже где-где-где-где-где-где. Провернуть. Хрен с ним. Все вместе. Все? Гулять-то гулять, да, все. 15, 15, 30 и 40, 70. Все никак, я на картошке не разорилась. Вообще, не получается, как вы смотрите. Пожалуйста. Надо так. Что там есть за дугитами на Кеннерите? Дальше вот. Если ехать на юг, вдоль восточного берега, значит, там, где вот есть, ну, как-то Сусита. И это, в общем, за водокачкой, да? Да. Нет, там же не одна водокачка. Первая водокачка от Адугитов. Так, раз. От Сусита это нету. У тебя идет восточное побережье, мы переехали. У тебя идет Дуга, Дугит, Лунагаль. Да. Цейлон. Угу. Потом Курсила, Внунхалуким. Это три пляжа вместе, один въезд, ага, их объединили. Ага. Потом идет Гофра. А, так, то есть это чуть ли не юг. Да, потом часть. Сусита, потом Порт-Энгев. Ага, ясно. Так вот, Сусит, это там, ну, что это там, что-то, ну, за дикое место? Там нету дикого места. Вот мне сегодня говорили, там есть... На Сусите? Да. Там когда-то было, но его перекрыли, поставили шлагбаум. Может, сейчас открыли? Ну, ладно, вот. Там между портом Энгев и Суситой, там был заезд. Угу. Было со стороны Суситы давно перекрыли, а со стороны, когда на порт Энгев заезжаешь, и потом чуть в сторону, и выезжаешь, там такой пик. Вот. Ну, сейчас его, конечно, залило. Там много людей не станет. А мы только вдвоем. Да, там залило воду. Да там всего 5 спиннингов максимум. Максимум. Навряд ли, да? Я не знаю. Ну, сейчас вода поднялась, я вообще не знаю, где какие подходы, чтобы живут именно, что и я не знаю. Ну ладно. Давай, хорошего дня. Это я на воскресенье. С воскресенья на...
по понедельник буду готовиться. Угу. Не болей! Да. Коронавируса. Ой. Не мой руки после меня. Так, еще вы писали, пока я трошки зарублял. Так. Пиво. Да, Лев, день же еще. Какое пиво. Ура, пора. Теряем время. Я про пиво, Леву. Льву. Я могу и в земле поковыряться на огороде, покрасить, на барабанах поиграть, набарыжничать. Это святое. Да, ну я вот на земле нет. На барабанах. Ой, давно не играл на барабанах. Я сейчас на губной гармошке выделываюсь дома. Пытаюсь. Гитару надо тоже расщеплить хоть. Настроить, поиграть на нервах жены. Нет, ты сказал, что лучше пойдешь починить что-нибудь. А я лучше пойду пиво попью. Далее. Да, вот как на работе соблюсти дистанцию, чтобы не заразиться. А никак. А что будет, то будет. То есть... Сары молчат. Тима, привет. Смотрел твой ролик нервно. Всем советую, Тима. Накопали они опять, блин. Леску на метры продаете, а у нас только катушками продается. Не, поводочный материал. Шнуры всякие, плетенки. Есть там 2-3 вида, которые по метрам. Сразу слышно, что наш человек зашел с Настей купить. Да, это с Москвы мужик. Вот, он уже где-то 3 года как мигрировал. Юля, привет. Так, за пакетик 2 шекеля забыл посчитать. Да, не, пакетик у нас 10 копеек стоит. Я не считаю, я на таком не мелочусь. Доброго дня, пакетик потребен. Да, это в Украине. Пакетик в Израиле 10 огород по закону. Ну, по закону, да, но... О, Роман, привет, шалом. Всем привет, Игорёчек, привет, шалом. Все прочитал. Так. Рони, еще не закрываешь магазин? Нет, еще не закрываю. Я вообще не знаю, я, может быть, под шумок перестроюсь. Я просто буду смотреть. Ну, то, что там сейчас кризис пойдет, обвал, это понятно. Я думаю, может, я его по-быстренькому перестрою. С рыболовной как бы оставлю, но быстренько замучу скупка антиквариата, золотишко вот, на плохие времена. Нас за это, конечно, не любят очень, вот, но мне же на эту любовь. Как у вас погода, лето уже? Сегодня да, но завтра понижение.
И пятница, суббота, дожди и холодно. Я в группе скидывал фотку, прогноз на неделю. Так. Немножко поработаю и в воскресенье опять поеду на холм. Да. Хорошо, молодцы, классно. Очень классно, что это все культурно, не нагло. То есть подошли к людям, спросили, можно там у вас покопать, да? А люди соглашаются. То есть вот эта вот картина, когда люди там лезут по огородам, там, через заборы. Вот, ну, жесть. А я уверен, что это есть, однозначно. А когда подходит, я вот тоже там что-то, когда что-то крутился, мутил там, так я всегда к простым людям, я всегда отношусь с уважением. Всегда. Вот. Государство, да, грех не кинуть. Вот. А простые люди только с уважением, особенно те, что на земле работают, низкий поклон. Из-за вашей работы у меня дома всегда была там свежая картошечка, помидорчики, огурчики. То есть вышел на базарчик, взял все, что надо, все свеженькое, классное. Поэтому к простым людям всегда надо с уважением относиться. Ну вот у Тима там очень классно. Тима, чаек только вам надо. Я тебе там в коммент написал. Чаечек надо. На травках чаечек. Он такой получается антибактериальный, антивирусный. То есть травы. Побольше разных трав. Ромашка, петрюбатих, тысячелистник. Вот, вот такой вот все, сборчик какой-нибудь. И лучше у бабушек это на базаре брать. Травки вот эти все. Не аптечные. Аптечные это у бабушек. Только не те травки, что курить. Под чай травки. Вот. И заварить вот это вот все, и сахарок. Сахарок – это глюкоза, чистый сахар, чтобы вы понимали, да, вот это сахарная диабет, ой, там сахар не ешьте, чушь. Торты не ешьте, конфеты не ешьте, вот это да. А сахарочек – это чистая глюкоза, для сердца очень хорошо. Энергию дает, и все как бы нормально. Ну, и понятно, что не мешками жрать. Ну, такой, чтобы сладенький был. Я всегда, когда какой-то движ у меня по холоду, там что-то, термосочек с чаем, страф и сладенький. Нам вчера свежего молочка налили. Да, класс. Видишь, как оно классно с людьми? Супер. Мы так тоже в свое время... Было как-то время, мы по селам немножко чудили. Ну, мы там с председателями мутили, там такое все. Так тоже там молочко и хлебушек, как святое было. Мы у бабушек покупали молочко. Особо заезжали, брали молочко. Что спортсмену надо хавать? Полбатона, ну, батон на двоих, да? Полбатона и банку молока. Трехлитровую на двоих. Потом мы так хавали. Добрый день. У нас в магазине есть в продаже ведро с крышкой для замеса прикормки. Если есть, какую цену? Нет, у меня с крышкой нету, у меня без крышки. У меня шимановские, средний размер, 45 шекелей. 40 шекелей. А, есть у меня, по-моему, еще... Гарднеровский, ну Гарднеровский дорогой. Гарднер 69 шекелей. В Союзе, я думаю, ведерочки подешевле будут прикормочные. Я цены не помню точно. Ведра с крышками давно не завозили. Без крышек в основном. Я с крышками сам не люблю. Да, без крышки сохнет, если не умеешь пользоваться. У меня я всегда накрывал ведро мокрым полотенцем. Зато не надо вот это вот с замками играть. Туда-сюда, потом в замок попадает каша.
начинают вот это все заедать, нервировать и бесить. А карповая рыбалка, жалко терять время, то есть постоянно в работе. Поэтому я с замочком поигрался, у меня шимановская была ведерко, тоже средняя, с замочком. Не, фигня полная. Особенно, когда перемешиваешь прикормку, замок закрыл, начинаешь болтать, потом начинаешь открывать, замок заедает. Поэтому давно-давно ушел на открытые ведра и полотенце. Я просто полотенце намочил, сверху кинул. То есть откинул полотенце, взял прикормки и закинул. И ничего, прикормка не сохнет. Иван Хоменко, шалом. Дока, шалом. Сколько сейчас время? 12:10. Крышка у нас 150 гривен. Фирму не скажу. 150 гривен. Ну, там фирма, там, видишь, немножко как бы... По большому счету фирма пофигу. То есть рыбе по барабану, какая у тебя там фирма. Но я вот тебе говорю за Шимано, допустим, Шимано 40 шекелей, да? Ну, мы же понимаем, Шимано берет 20-30% за им. То есть любая европейская фирма, которая по качеству не хуже, а то и лучше, будет дешевле в Союзе. 150 гривен – это, ну, грубо говоря, 6 долларов, да? Половина цены от нас. То есть это 20 шекелей, 22 шекеля, у нас 40. В Польше закрывают школы и садики наступного тижня. Да, но у нас сейчас тоже, у нас не может правительство решить, чего там делать. Ну, то есть самая большая проблема, что должны как бы финансово обеспечить закрытие там всех этих вещей, да? То есть закрыть школы и садики и оставить людей на работе – это нереально, да? Ну, мне, допустим, пофигу, Льву пофигу. Но есть же люди, у которых там 5-6 детей по садикам, по школам. Если это все закрывают, то с детьми надо сидеть дома. Сделать карантин, как они хотели, там на 2 недели, тоже нереально. Ну, вот я закрою магазин на 2 недели, да? А кто мне это компенсирует? То есть, ну, что это? Же надо как-то компенсировать. Когда у нас война была, вторая ливанская, да, так месяцы сидели по домам и компенсировали финансово. В общем, все это немножко сложновато. Но что-то у нас будет по-любому, потому что ну, такой рост в сутки. Больше 10 человек за сутки добавляются. Это нездоровая байда. В чем проблема? Вот у нас сейчас показали вот этого придурка. Вот мой город Кармель, да, где у меня магазин. Придурок, который был заражен. Его посадили, ну, дома он должен был сидеть, еще не выявился коронавирус, да, 2 недели надо было сидеть дома. А эта скотина вышла с хаты и пошла гулять, короче. И показали, что он гулял там, и в бар заходил, и в супермаркет заходил, и по улице ходил, тварина. Вот, все, у него коронавирус. Теперь вот все вот эти вот точки народ по-любому подхватил. Кто тогда подхватил, я так думаю. Если оно ходит, кашляет, чихает. Да, еще себе страшное. Роня, сколько у тебя булочки с творогом стоят? Лев, тебе бесплатно, дорогой. Приезжаешь, я сразу бегу за булочками. Булочки у меня просто улет. Да по всему Израилю такого нет. Ну, просто отвечаю, нет. Я люблю очень творог, булочки с творогом. Я их по всему Израилю пробовал. Нет. Вот тут возле моего магазина делают эти булочки. Да. Там один творог, блин. Так сверху и снизу немножко булочка поджаренная, такая классная. Большие булки с творогом. Дядя с Украины жил у меня 2,5 месяца. Он просто офигевал с этим булочек. Вкус детства. И то даже в детстве таких не было. У нас были маленькие такие, ну там с творожком было. А тут ну просто такие пышные, шикарные. Польща 7 років тюрьмы, якщо виживе.
У нас тоже ж приняли закон до 7 лет тюрьмы, от штрафа до 7 лет, в зависимости от того, что он начудит, что натворит. Надо было этого зараженного в Сирию выслать. Да, это у нас это еще цветочки. Это только-только начало. Кто бы там что там не визжал, не говорил, что это все там не надо паниковать и все такое. Никто не паникует. Что будет, то будет. Никуда мы не денемся. Но это только начало. Сейчас, если по карте вот посмотреть, основные зараженные, очень много зараженных по арабским деревням, они же там ну, по одному, по два вообще не общаются. То есть сразу собираются табуном 50-60 человек и пьют чаек. Раз. Два. В секторе Аза вообще нету никакой информации. Есть информация, что там есть зараженные, а что с ними делают и как это там, что к чему. Вообще нулевая информация. То есть эти ж твари галимы, они же могут там вообще этих инфицированных сейчас разобрать на запчасти, вот эту гадость намазать чего-нибудь и заслать нам. Вот. А мы же еще добренькие, мать их, покупаем у них огурцы, помидоры ихние. Ну, короче, так, может, вас заинтересуют некие изделия для охотников и рыбаков от украинского бренда. Могу скинуть каталог. Нет, меня не заинтересует. Спасибо большое. Я работаю с израильскими поставщиками. С Украины у меня есть поставщик один. Где-то что-то мутить, крутить. У меня нету на это ни сил, ни желания. Ни на посмотреть. Не интересно. Спасибо. Что-то купить дешево, антиквариатно. Да. В Израиле медицина хоть на высоте, чего не скажешь про Украину. Ну да, вчера вот этот ученик, который ко мне приходил, ученик, лет на 15 меня старше, в Союзе бывший вояка, он там тоже прошел все эти афганы, все вот эти дела, он этот морпех. Ну очень крепко на ногах стоит. У него заводики в Израиле, домики за рубежом, то есть такое. Но накопилось очень много монет, только по монетам. Хотя сейчас там дома ковырнули, короче, у них там шкатулки, я вчера оценивал их не шкатулки по ЭБ, там $200-300 шкатулки у них дома. Вот как вот современные расписные черные шкатулки, да, и роспись вот эта цветная, ну, это как бы современные, а есть старые. Я забыл, как называется, вот, мы как бы посмотрели, я прозрел. Проходы, не то, что люди стоят, хотят, а проходы, $200-300 шкатулочка. Они тяжелые, очень тяжелые такие. Вот, и у него там много-много-много всякого барахла, но у него дофигища, он один из самых серьезных коллекционеров в Израиле по монетам. Вот, у него там такой клондайк, и он говорит, я покупаю, сейчас начал что-то рассортировать, у него там есть монеты, которых там по 20 штук, по 30 штук, он говорит, нафига я это все покупал, забывал, короче, и покупал. И вот, они все новые, там все в упаковке, с документами, он хочет, короче, сбагриться. Он как бы хотел через меня, я говорю, не надо тебе эти заморочки, давай я тебя обучу, научу, покажу, как, что, и занимайся. Вот, так они там что-то не разобрались, а он вчера приезжал ко мне, я объяснил. Так у него жена, к чему я веду? Нифига себе, вот, за медицину подвел. У него жена очень-очень-очень крутая, работает на заводе в Маалоте, они делают медицинское оборудование. И у них сейчас дикий заказ на кардиостимуляторы и на вот эти вот аппараты дыхания и все вот это вот. То есть Израиль начал подготовку. Израиль прекрасно понимает, что это вот так вот не остановится. Это будет все больше, больше и больше. А сейчас еще это падло, если мутирует под жару, вообще хана.
Так. В Украине мазь Вишневского от всех болезней. Да. И таблеточка эта черная. Как она? Уголь. Активированный уголь, да. Тебе наш знакомый из Хайфы приезжал. Из Хайфы ко мне никто не приезжал, Лев. Наш знакомый. У нас есть какие-то знакомые. Ты имеешь в виду Рона? Рон ко мне не приезжал. Мы с Роном, во-первых, мы с Роном вообще ни разу не виделись. Все закупки, что я у Рона делал, сын с ним встречался. У меня нету времени, я же не могу, у меня магазин. Утром открыл, вечером закрыл. По пятницам Рон встречался с Георгием, Георгием Улаве, Рон Манитос. А так, чтобы Рон ко мне приехал, нет. Если ты за Рона, больше я никого не знаю, чтобы у нас были общие знакомые. Последнюю монету я у Рона брал за 300 евро. Потом еще связывался по мелочам, мне надо было оценить там кое-какие вещи. Магазин, кстати, помните, сувенирный. Вот Лев со мной был в сувенирном, я снимал сувенирный. Выставлен на продажу. Все. Рядом ресторан рыбный. Выставлен на продажу. То есть люди понимают, что сейчас всполыхнет и хотят быстренько это слить. Но они уже не сольют. Надо было раньше делать. Я даже не дергаюсь. У меня кофе закончился. Лев, так что ты говоришь, сходить купить булочку, съесть на твоих глазах?
минутку на улицу, выскочу на свежий воздушочек. Без очков на улицу нельзя выйти. Такое солнце вообще. Глаза режет. Не знаю, я пока не паникую. Что-то смертельно. Так, не на уровне. Не, а паники никакой нет. Вот, просто я из тех, что, как это, усведомлен, вооружен, да, или что-то такое. Вот, то есть я люблю так, что я в курсах, что к чему, где и что. Вот, так что паниковать, если бы я паниковал, я бы уже давно из страны чухнул. Мне есть куда чухнуть, шифрануться так, что вообще... Там свет до сих пор не провели. Какой коронавирус. Я бы его туда завез, может быть. Так, я отошел на минуту. Лева, ты с какого города, напомни, я уже забыл. Все знают, что я Сако, а твой город? Петахтикова? Рамадган? Ты где там в центре? Надо же проверить, сколько у вас там зараженных.
Вот видите, у нас вот такое приложение сделали. Ну, вам там фигово будет видно. Ну, тут, короче, карта Израиля, как я выставлял, и зараженные. Вы когда открываете, показывает, где, в каком городе, какая улица, короче, все полностью. И можно просмотреть, где этот человек был последнее время. И тут же сразу внизу кнопки, по которым это там просматривать все, и сразу вызывать скорую помощь. То есть сразу нарисовали такую байду. Вот это центр страны. То есть тут все красное. Видите, что творится? Я на севере. У меня... Где я тут? Стоп. Натания. В Натании на берегу моря. Там тоже всего лишь рядышком там. Один, два. То есть вот еле-еле подходит. В центр спускаемся. Вот центр. Все красное. На север поднимаемся. В Хайфе два заболевших. А, о, видите, настраивается тихонечко, да? Это в Хайфе два заболевших. Так, потом сейчас я покажу. Вот это мой город. Ну, тут на иврите, правда, написано Аку. Один заболевший. Вот, причем это... Это не заболевший, это на ЖД вокзале, короче, там было. Так. А потом идем... Стоп, как тут показывать? О. А потом идем севернее в сторону, и вот он, Кармиэль. И тут вот четко видно, вот синяя точка, это я. И вот 100 метров от меня, 200, вот где 100 метров, это я сегодня туда ходил менять модем на интернет. И 200 метров от меня. Вот эта точка была 2-3 дня назад, а вот эти вот 3 за последние сутки. У арабов в деревнях. В общем... Картина веселая. Вот тут самая жуткая картина на севере. Получается, между там, где я работаю, и там, где я живу, я еду по трассе. И получается, Кармиэль, по трассе еще там есть зараженные, справа и слева. Вот север, что творится? Это север. Ой, центр страны. Все красное нафиг. На юге. Вот Бершева, у меня там теща. Тоже там. Был один, уже три. Ой. Так, интересно, а как людям... Лечиться, если нет денег, сидеть дома, болеть и заражать окружающих. Думаю, у нас половина вымрут, смертность повысится. Ой, тут можно сказать и да, и нет. У нас же зачастую иногда народ, ну, большая часть, конечно, гибнет от самолечения, но есть такая... часть народа, которая наоборот самолечением там этими всеми чесноками, луками убивают всю эту заразу. Поэтому неизвестно. Опять же, что значит лечиться? Уже же доказано, лечиться бесполезно. Залечивают. Вот, то есть залечивают, блокируют. Лекарств нет от этого. Лекарства появятся через 1.5-2 года. Пишут, там вылечили, а потом проходит, пишут... Помните те, кого вылечили? Вот их сейчас вернули назад. Разблокировалось. Так. Это зараза, только сильный иммунитет. Да, а у меня иммунитет на ноле. Поэтому я сегодня писал в группе, что если я хватаю, все моментально. Так, Ронни, не разводи панику. Не, никакой паники. Только от вирусных инфекций в больницах Израиля умирает 500 человек. Статистика
Да, а теперь будет полмиллиона. Министерство здоровья. Все преувеличено. Далее, все преувеличено. Минусмин, да, он же еще может и мутировать. Да, он уже мутирует. Уже доказано, что он подстраивается. Он выбрался в среду. То есть он раньше был там в этих всех летучих мышей, там вот это вот все, да. Сейчас он выбрался в среду. И, ну, как бы профессора там говорят, что он начинает подстраиваться. Температура, влажность, сырость, холод, то есть он начинает подстраиваться. Любой вирус может мутировать. Да, абсолютно любой. У нас реально, вот Лев правильно пишет, как бы 500 человек там в год, 5000. У нас вирусов в Израиле немерено, особенно всякие кишечные. Летом жарко, температура жаркая, руки никто нифига не моет. Постоянно все хавают. То есть на улице постоянно там то шаурму купил, то какую-то кукурузу, вот, то в зубе поковырялся пальцем, да, то есть все, лето приходит, пол Израиля срется. Поэтому у нас, да, у нас вот самые такие мощные вещи, это вот эти вот вирусы, кишечная температура и рак кожи. То есть вот я белый, я вообще на солнце не выхожу. Ну, мне как бы и нельзя. Вот, я на солнце, я весь год белый, я не загораю. И даже купаюсь, когда там выезжаем на море покупаться или на Кеннерет покупаться, я в одежде. То есть мне нельзя на солнце вообще. Соседи, которые надеялись сами дома полечиться, скончались. Да, будет и такое. Не паникуй, если тебе страшно. Я таблетку от кашля закину и приеду поддержать. Говорят, алкоголь помогает, так что бухай помаленьку. Проблема, Лев, видишь, не бухаю, не придет меня бухать. Вот. Иногда вроде и хочется, вот даже на стриме, да, пиво пью, тупо из-за того, что рыбу ем, вот, запивать надо, так я пиво пью. Вот. Я думаю, Лев, ты когда-нибудь ко мне вырвешься с супругой, так что без напрягов, на шаббат, в пятничку, на последним поездом в пятничку приедете. А в шаббат вечером мы вас отправим домой. И шаббат проведем вместе. Встретим шаббат, посидим, пообщаемся. Мы вам спальню выделим. Стримчик замутим. А стримчик хорошо будет замутить. Ну да, височки с тобой попьем, Лев. Это врач прописал сейчас. Доктор. Доктор Лев. Приезжайте, будем лечиться. Лечу граждан Израиля недорого. Да. Мне понравилась сегодняшняя фотка, я выставлял у нас в аэропорту. Стоит чувак в этой защите с маской и с надувным шариком сердечко. Людей встречают. Блин. И все на карантин, все въезжающие 14 дней карантин. Я же уже тут открыл этот самый. Как это называется? Короче, народ туда говорит, через 2 месяца все пройдет.
Я говорю, ничего не пройдет, только будет хуже. Да не, тут такое, развил такую политику партии. Умники коммунистические, умники. Я говорю, ну в чем проблема, давай поспорим. 2 месяца, 10 мая, приходишь ко мне с бутылкой коньяка проставляться. О! Мир этому дому. С миром принимаем. Как ваши? Нормально. Ты еще прилетел? Слава Богу. Успел до обязательного карантина. А, да? Когда ты прилетел? Я прилетел позавчера в 19-м с хвостиком, а карантин позавчера с 20.00 всех, кто прилетает. Успел. Реально успел. Да. Но самое интересное, в аэропорту вообще никто, ни температуру никто не смотрит, ни справа, вообще вроде бы... Как ни... было, так и есть. Все как было, документ, паспорт дал, шлеп, да, да, все, никто ничего, вообще, ноль, это только вот Facebook, интернет, паника, а там все, ну, как бы... В нормальном режиме никто ни о чем не парится вообще. Как у вас? Плохо, как в танке. В каком плане? В прямом, а что у нас может быть? Не, ну в смысле глухо, как в танке. Сидим, как в танке, тихо, глухо, спокойно. О, вообще тишина везде? Да. И тут все стоит? Там. Что-то. Все на стрёме. Все держат лавы. Поставщики приехали ноль. В смысле? Ну, во-первых, продаж нет. Во-вторых, товара нет. Китай, Европа. Не, ну... Как бы да. С товаром у некоторых сейчас будут перебои. Так я тебе больше скажу, а толку от этого товара? Мне ничего не надо, смотри, магазин забит. Какой смысл? Там, здесь, что-то, как-то там, но... Не, ну, куфа сейчас у нас у всех такая. Да? Ничего не поделаешь. Он у меня магазин сувенирный, который больше 20 лет выставился на продажу. Здесь где-то по улице? Да, вот, все. Тоже ж товар откуда? Китай, Европа. Шимано в половину цены сняла. Вон тебе висит. Шимано. В половину, 50%. Дайва заезжал, говорит, делай мехца, коронавирус. У меня стрим идет. Мне сейчас предлагали каталог. Рыболовного и охотничьего снаряжения с Украины. Товар. Тебе не надо? Нет. Врач подписал. Так. Включи граждан. Да, далее. Уже бегу. Не, у меня свои методы работают за любую валюту и драгметаллы. Да. Не, я вдруг что, я все закопаю. Точку на карте потом скинешь куда-то. Не, точку нет. Потом потомки найдут. Так ты, я же говорю, ты хоть какое-то известие потомкам оставь, хотя бы направление, где искать потом. На листики в бутылке и кину в море. То есть какому потомку больше повезет, тот и счастливчик, да? Да. Что, ты на выставке был? Да. Ты не видел фоток, ты обычно фотки ставишь на выставке. С выставки не выставлял. С выставки я в этот раз ничего не выставлял. Был, поедем, щупал. Кое-что интересное есть. Будем думать. Расслабься, не думай.
ну, смотри, сесть, сложить лапки и сидеть, ждать, как бы потолок рассматривать, это же тоже не вариант. Нет, а кто говорит сесть, сложить лапки? У тебя, во-первых, есть какой-то товар, во-вторых, у тебя есть машина, на которой ты делаешь денег. Вот. То есть крутиться в любом случае, потому что счета никто не отменял. Однозначно, да? Да, да. То есть мне видишь, хорошо, что я на eBay кручусь, да? То есть здесь зависло, я себя сейчас перекрываю сюда. Понятно. Вот. Ну, полдня прошло, мне 70 шекелей в кассе. Не, ну 70 это деньги. Я думал, я первый, кто за полдня зашел, это уже... Не, ну, вчера штука. И позавчера 300. То есть... Ну, как для Марта это не касса, это такое. Смешно. Дальше. Ты понимаешь, есть другая проблема. На Кинерете голь. Вода поднялась, никто не знает, что делать, рыбы никто не может увидеть, естественно, да, не ловятся. Голь, понимаешь? Народ ломанулся на галаны, да, начали ловить. Ну, еще рано, еще чуть-чуть. Не-не-не, уже такие уловы, мама, не горюй. Вот. Но это же надо срасходовать те снасти, которые остались с прошлого года. Поэтому подвис. Блеснение не началось. Ну, точнее, началось месяц назад. Потом резко закончилось. Ну, я как бы массово говорю, я не говорю единичные случаи, да, там. Не, ну, я же вот. Куфа, то есть тут... Поэтому подвисшее состояние... Подвисли. Отвиснем рано или поздно. Приходится золотишком торговать, серебришком. Ну, так, по мелочи, да, там, да. Чисто, чтобы на хлебушек было. Да. Что, покурим, я, наверное, список сверю, потому что он у тебя уже там да. почти полтора месяца лежит. Может, хоть каких-то денег с тебя возьму сегодня? Ну, не знаю. Со здоровья хватит, да? Ну, не знаю. Так, я отошел на свежий воздух. Да, да. Сразу начались помощники копать. Тима, тебе точно не сообщу. Ты сразу найдешь. Землекопы. Все повыкапывали мое. Я без очков не могу быть. Нифига не вижу. Очки надо взять. Еще что-то. Нет, ничего, да, спасибо, да.
Только там затихает, ты как начинаешь стрелять, только ты там что-то прийти с центра опять насыпается. Не показатель. Я тебе просто запомнил. Я местечковый магазинчик. Я тебе не показал дома слова. Я не показал. На берегах оно может, оно всегда там лучше идет. Единственное, что я надеюсь, потому что хотя опять же таки, я думал, когда сейчас Китай будет себе поставить, ничего такое, люди заказывают, получается. Я заказывал еще 20 самолет кабрях. Мы посылочек там будет 3 ноября. Когда были 20 самолет, получила 3 ноября, получили самолет. Я заказывал, думаю, я 3 посылки. Люди говорят, что получают. Я из двух одну получил. А у меня три умения. Предпосылки тютюга. И мне они давно нужны были. Я заказывал ключи откручивать часы. И заказывал серебро лить. Очень много серебра ломового, надо его перелить. Так. Что, родители уехали уже? 10 дней приезжали. А, всего 10 дней. 10,5. Как в Харькове. Клево. Там тихо с коронавирусом. Один, по-моему. Перед Ями. Ну, не помню, где именно один.
У нас за сутки трое в корме. Вот тут рядышком. Блин. Причем одно место, куда я сегодня ходил на Бейзик. Зараза. О, Андрей Титаренко закинул новое видео, люди. Что такое? Коронавирус? Да. Такси как ездили, так и ездят. Очень упало. Что ты говоришь? Очень упало работа. Вроде же не карантин еще. Почему? Ну, ты же сам говоришь, все сидят, выжидают, непонятно чего. Кто боится, кто еще чего. Ну, аэропорты, понятно, отвалились. Да, очень, очень сильно. Ну, меня, по крайней мере, подкосило в такси очень сильно, что аэропорт отвалился. Причем отвалился, но мне не сам аэропорт важен, мне важно, ну, как повлияло, отвалились всех и в рот, айтек, шмайтек, которые, ну, которые летали постоянно. Mm-hmm. Я же их возил, Цафон, Нутбаг, Цафон. Mm-hmm. Буквально там в день одна, а то и две поездки было. А сейчас одна в неделю, это Бекоши и то. Офигеть, офигеть. Казалось бы, да? А у Тани моей народа ребят жрачку. Они не успевают делать на заводе, прикинь, выгребают. Народ мясо тарит в морозилке. Все на стрёме, короче. Моя тоже ломанулась, а ты что думаешь? Кашек накупил, вермишелек. Интересно, спокойно. Слышишь, ну пару дырок есть. Нет, это понятно, что что-то там есть. Так да кому эти дырки? Дырку в дырку? Нет, ну я просто... Знаешь, если там забегали, там, он, это. Что-то где-то... Можешь приезжать, будем вместе открывать магазин, посидишь со мной. Пивка попьем. Чего, поставь точку, что ты на кормеле работаешь. В смысле? Ну, в такси. В смысле, где поставить точку? На такси, что ты по кормилу работаешь, или так нельзя? А мне не надо нигде никакие точки ставить. Я сейчас здесь у тебя в магазине могу аппликацию открыть, и у меня, если заказы будут в этом радиусе, они не будут. А, ну, ну, тем более, да. Нет, так это не проблема. Взяли ящик пива, а, ты, вот, ты вот. Ездишь, и я пью. Тоже, вот, мне нравится такой жизненный подход, ты знаешь. Мы, кстати, хотели собраться, Влад Одесса, ну, как всегда, Одесса, мы на шаббат. Я рандеваю, же Виталия приедет, подумаем, что. На этот шаббат? Я не знаю, на какой, я не знаю, что к чему, но как всегда. То есть я заранее всегда скажу, на этот уже нет, уже на середина этот, ну, недели. Все, да. Жирови, как бы. Да, да, на этот нет. Если следующая неделя, то пока, ну, как бы, пока можно вписаться. Вопрос, что надо понимать к началу недели. Ну, там, допустим, решен шини на следующей неделе, надо понимать. И я тогда до конца недели у себя все разобрал. Да, да, да. Это понятно.
Ну, так, там еще посмотреть ПСХ. ПСХ в апреле. Ну, там начало апреля. Ну, 8-е, по-моему, 8-го, 18-го. Я же ПСХ всегда делал дома. В этом году давка, мы уже сказали Рэбе, что все, дома не делаем. Рэба говорит, давай всех своих и к нам. Вот. Я говорю, ну я всем скажу, а сейчас я уже такой сижу и как бы стремаюсь. Там толпа будет сидеть. Я сейчас стараюсь таких мест вообще избегать. Нафига? Ну, опять же, до Песоха еще, ну, все это, опять же, может быть и утихнет, а может быть и нет. Смотри, мое мнение, да, что это исключительно искусственная раздутая паника. Окей. Вопрос, когда я тому, кому выгодно ее раздувать, вопрос, когда ему перестанет быть выгодно и начнет стихать. Вот и все. Да. У меня тут уже ставки в магазине, можешь поучаствовать. До 10 мая. Ну, народ говорит, за 2 месяца все будет четко. Я говорю, не вопрос. Если будет четко, я буду у коньяка. Если не будет четко, ты будешь у коньяка. Вот уже с 3 у меня так. Что вкладывается в понятие четко? Ну, все, ничего не будет. За 2 месяца все разрушится. За 2 месяца до 10 мая все разрулится. Да. И ты считаешь, что нет? Нет, конечно. А до когда можно ставки делать? Нет. До 9 мая. До 9 мая. Да, да, да. Не-не-не. Мне надо просто бар заполнить. Я догадался. Вот. Почему меня к тебе не подключают? У меня новый модем, но пароль тот же. Ну, так, конечно, переподключиться теперь. Не, ну, серьезно. Я понимаю. Что значит, кто я? А там что, имя другое сейчас? Нету моего имени. Кэрен Корин, вот какие-то цифры. Оранжка, Джи-Джи, Матан. Ах, ты ж падла. Они сбили мне... А я сфотографировал, что мне высвечивало. А ну-ка. Я сегодня поменял моды. Подожди. Это же мне надо запомнить тогда это имя. Ну, конечно. Имя. А еще лучше и... Подожди. Вот оно. Имя. Да, но это... Да, я посмотрю. Нет, это не то. А я что, без Wi-Fi получаешь? Ну вот же имя, вот это они мне дали. BZ691514. Шемиш. Это для входов на сайт, ну, для их, для входа в их эти самые. Это не для подключения Wi-Fi. Подожди, стоп. А что у меня в телефоне? Wi-Fi сейчас отключен, что ли? Точно отключен. А ну-ка. Он тебе предлагает сети, которые рядом. А, вот он. Ты слышишь? Уверен? Да. Подожди, так это я что? А пароль какой? Если ты говоришь, что пароль тот же, набирай. Тот же. Подключился. Мать его, я, короче, и имя, и пароль одни и те же цифры влупил. Я не посмотрел, я думал, это подтверждение. То есть, введите пароль, подтвердите. Да. Да. А что это? Чья-то дата? Моя. Рождение? Да. А, так у тебя совсем скоро день рождения. 45, блин. Баба Ягодка опять. Да. Слышишь, так это же... Подключать. А вот это же, наверное, и получится это самое. Собраться на шаббат, наверное. Так, есть, подключились. Что там, что я произвел? Ну, смотри, если у тебя день рождения 26-е, то ближайший шаббат 27-е, пятница. Да, тогда... Ну, вот, вот тебе и ответ, и все, сразу да. Заранее все договорились, да. На 27-е. Ну, день рождения это такое, шаббат. Ну, на 27-е, да. Значит, планируй. Получается, не через, не следующая неделя, а через одну.
Угу. На этой неделе шаббат 13-е, следующая неделя 20-е, и на 27-е, ну, все. Тогда, ну, как бы заранее договорились, и все, я себе точно в квадрате компонирую. Добро, добро. Значит, родственник в Днепр должен лететь? Подожди, когда он летит? Он в апреле летит. Мне сегодня кто-то написал, МАУ отменила полеты на Израиль. Да? Да. Интересно, они лавы мне вернут? Нет. Нет? Нет. Клево. Там, правда, немного, но все равно. Ну, подожди, отменили. Они отменили до, по-моему, если я не ошибаюсь, до 12 или до 13 апреля. То есть на месяц. Угу. Если потом все будет нормально, с 12 или 13 апреля полеты возобновляются. Угу. У меня тоже засада. У меня на 1, на 30 апреля билет. Но не МАУ, а SkyUp. Эти пока молчат. Нигде ничего. А на июль у меня билеты МАУ с малым. То есть я как бы заинтересован, чтобы до 10 мая все затихло, еще и бутылочку коньяка распить, понимаешь? У меня на 17 июня билеты. Да, до июня еще. Смотри, если все-таки рассматривать всю эту катавасию с точки зрения того, что это действительно кому-то выгодно, да, и кто-то искусственно надувает панику и все на свете, то к чему тогда, точнее, к этому очень сильно подходит фраза о том, что вирус умирает при там, температуре 27-28 градусов, то есть люди, потерпите, потеплеет, и все станет шоколадом. Я такое слышал и не один раз. Я не знаю вообще, где ты вот это все слушаешь. Значит, вирус, во-первых, уже мутирует. Во-вторых, выше 40 должна быть температура. Он погибает. Ну, а ты где? Вот откуда ты взял цифру? Я слушаю, есть консилиум профессоров мировых. Они каждые 2-3 дня выходят. Плюс люди, которые ведут вот эти вот все блоги и показывают. Итальянку я слушаю. Потом чувака, который там в Китае находится, показывает это все быдло. Ну, тоже вон соседка бегала неделю назад в Турции. Она заинтересована. Конечно, она будет кричать, что это все фуфло. Где бегал? Турс. У нее ноль билетов. Это да. Они сейчас, конечно, плачут. Гостишки все, турсы все, гиды. Все рухнуло. Полностью все рухнуло. И никакой же компенсации еще не закрыто. Мне понравилось, как ругались наши, которого опять переизбрали. Говорит, денег нету, короче, все за свой счет. Вы держитесь. Денег нет, но да, вы держитесь. Да, да, да. А чувак один кричит, что значит денег нет? Открываем государственные кэрены и натягиваем битохли уми, сколько они будут сосать людей. Говорит, открываем лавы, платим людям. Вы прикиньте, сколько людей сейчас страдают. Сколько... А, вот они страдают, они... Да, глубоко. Сколько эсиков навернулось. Да, не весело все. Тоже на обед. Сегодня 11. Вчера в Италии вышел первый заболевший в Италии, самый первый. То, что говорят, что ну, там старики и больше всего, все это спортсмен. Вот я могу спутать, то ли 28 лет, то ли 38 лет. Бегун, там, препятствия, там, все такое, по выживанию. Ну, то есть здоровый образ жизни, да, все дела, да, спорт, да, ляснем, да, тряснем. Вот, он первый заболевший в Италии. Причем у него это пошло молниеносно, его сразу в кому и на аппарат искусственного дыхания. И вот он вчера начал дышать, сам отключили аппарат.
То есть это сколько прошло? Месяц. 4 недели, что такое? Так, ну что, люди, все на обед. Я с поставщиком поработаю. Я могу не отключаться, могу отключиться. Мне, в принципе, все равно. Так. То, что здесь, отсюда сейчас продалось. Ты мизуман дашь, чек мизуман или что будет? Чтобы я сразу хэшбэлит буду делать. Я просто не знаю, сколько тут будет. Ну, а я тоже не знаю, сколько тут будет. Надо смотреть, сколько там будет. То, тогда я делаю просто хэшбэлит, а потом, если что, локабалы закроются. Так, все, народ, тишина. Я отключаюсь. Всем удачи. Хорошего дня.